На конкурс дети читают стихи. Рюмина Ксюша, 5 лет, деревня Злобина, Меленковского района Владимирской области. Ольга Маслова. Пусть будет мир. Как надоели война зветь, один солдат и малые дети. Стонет земля, когда рутся снаряды. Мать плачет и плачет комбаты. Хочется крикнуть: люди, постойте, войну прекратите, живите достойно. Гимн природы, гимн планеты, неужели вам нравится это? Война – это боль, это смерть, это слезы, наброски командиров, тюльпаны и розы. Над миром какое-то время лихое, где пройдет война, никому нет покоя. Я вас призываю, нам всем это нужно, пускай на земле будет мир, будет дружба, и солнце лучистое всем нам сияет, а войн никогда и нигде не бывает.